Меньше 2 недель осталось до Дня города Чебоксары. Программу праздника обсудили в столичной администрации. 21 год назад Чебоксарское городское собрание депутатов решило, что День города, столица Чувашии, будет отмечать каждое третье воскресенье августа. В этот раз оно выпало на 19 число. Однако в один день праздник не умещается. В этом году отмечать начнем с середины следующей недели. Создавать праздничное настроение в городе начнем уже с четверга. С самого раннего утра уличные джаз-бенды и вокальные студии вместе с участниками проекта «Танцующий город» на 6 самых проходимых точках города будут петь песни о любимом городе. Волонтеры начнут раздавать горожанам программки с основными мероприятиями. 16 августа объявят имя нового почетного гражданина города. Его и 7 кандидатов накануне должны выбрать чебоксарские депутаты. 17 числа наградят лауреатов 10-й юбилейной премии «Общественное признание». Самый главный день, 19 августа, начнется бодро, традиционной зарядкой со звездой. Ее проведут футболисты чебоксарского «Спартака» и боксер Андрей Лебедев. Любимые чебоксарцами творческий бульвар откроется к 17 часам под девизом «Твори, выдумывай, пробуй». Подробная программа праздника на специальном портале. Адрес вы видите на экране.